Привет, друзья! ВСУ обстреляли приграничное село Головчино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Село Головчино находится в 13 километрах от участка границы с Харьковской областью. В результате обстрела пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Пострадавших среди мирного населения нет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр.